подарок врачу – это благодарность или взятка? Когда от души, то подарок. Деньгами, если взятка, если конфетки, цветочки, почему бы нет? Было у меня, я ногу сломала. Врач гипс там, все такое, все сделал. Ну, мы коробку шоколада, вино, все такое благодарили. Он такой говорит, нет, не надо, все такое. Я говорю, возьмите, все такое, все. Это взятка. Сам как будущий врач говорю. Сложно ответить. Вот. Наверное, скорее благодарность, чем взятка. Смотря какое лечение было. Все зависит от лечения. Если он сделал ему приятно, вроде, ему сделать можно приятно. Недорогой подарок. Смотря какой подарок и какая сумма. Это что, это просто чисто от души шоколадку, мне кажется, это не взятка. Мне кажется, это не взятка, не благодарность. Это вообще наша дурость какая-то. А зачем? Ну, нужно что-то давать? Я никогда не давала ничего, нет. Они нам делают добро, и мы им должны делать добро. Сама врач? Я считаю, что должны вообще врачам должны платить, государство должно платить. То есть люди, ну как бы они могут как благодарность что-то делать, но оплачивать должно государство работу. Я думаю, благодарность. Почему? Вы знаете, есть врач разный. Вот я хожу в онкодиспансер, я больная. Он не берет ничего, понимаете? Но я стремлюсь ему что-то дать, потому что 13-й год, после его операции я хожу на ногах. А они все-таки переживают за нас, смотрят за нами. Поэтому думаю, что это благодарность. Деньги не всегда взятка. Насколько чувствуешь, настолько и благодарен. Наверное, больше всего благодарность, мне кажется. За то, что лечат.